Всем привет, дорогие друзья! Я сейчас снимаю обзор, тестирую сейчас камеры. Вот сейчас на данный момент ESCAM показывает камера, да, видите, такой параллакс. Я рукой двигаю, да? В общем, вот так вот она в темноте снимает в полной. Давайте посмотрим, как снимает с RECAM камера. Тоже вот программы видим, да, у нас подключена вот ESCAM, вот с RECAM. Как видим, картиночка тут уже поинтереснее, да? Чуть-чуть как бы это поконтрастнее, почетче. Хотя эта камера стоит, ну, как на 1000 рублей дешевле. То есть почти в два раза дешевле она стоит. В общем, как бы вот так вот снимает эта камера. Смотрим еще. Вот дорогая камера ESCAM. Сейчас я даже покажу. Так. Это у нас сейчас снимает ESCAM. Я могу показать вам с RECAM камеру. Видимо, она, ну, у него ночная подсветка включена, да? Вот с RECAM у нас камера. Она сейчас направлена у нас в другую сторону, совсем снимает. Так. Сейчас переключаемся на ESCAM. Вот с ESCAM она с RECAM переключаемся. Как видим, да? Намного четче она снимает. Смотрим. Видно уже коробочку, да, вот видите? Сейчас вот у нас тут свет идет, да, от ESCAM. Сейчас я немножко ее рукой закрою. Вот я закрою рукой. Видим все четко, да? Сейчас я их поменяю местами. Коробочку вот сюда сейчас поставлю. Так, коробочку вот сюда поставил. Сейчас переключусь на другую камеру. И вот смотрим, сейчас вот я закрываю. Тоже, в принципе, видно, да, что тут написано, но немножко как бы не такая четкость, что ли. Видите, да? В общем, это вот такая вот коробочка у ESCAM. Так, сейчас мы переключимся снова на камеру, на другую. На с RECAM переключимся. И вот видим, коробочка у нас вот с RECAM. С RECAM. Вот такая вот коробочка. Сейчас закрою. В общем, сейчас я включу свет, и вы увидите разницу. Вот сейчас у нас включился свет. Как мы видим, есть небольшие шумы, но снимает все-таки она здорово, да? Согласитесь. И сейчас я переключусь на другую камеру совсем, которая вот дороже стоит, да? И смотрим, как она снимает. Вот она вот так вот, ну, такие вот шумы какие-то, да? Она более цветно, да? Цветно вроде как-то снимает. Цвета много. И как бы, ну, шумы из-за этого появляются. В принципе, это, наверное, в настройках. Она днем вообще шикарно снимает, эта камера дорогая. Она как бы это... У нее цвета более такие насыщенные, такие интересные. Но ей вот как раз вот этот момент такой, полумрачный такой, когда не хватает света, вот такие вот небольшие шумы возникают. Тут видим, мы сейчас выключим свет. Тут видим, шумы раз и пропали. То есть это, может быть, там прошивка какая-то не такая, или что, я не знаю. В общем, вот эта вот камера, которая более дешевая, она снимает намного как бы четче. То есть у нее выстроен вот этот момент. Вот еще раз показываю, как она снимает у нас. Видим, да? Прям, ну, земля и небо, да? Я вот, ну, не знаю, вот, я сейчас две их даже вот рядышком поставлю. Вот смотрим. Сейчас вот так вот поставим их две. Две рядышки. Вот сейчас они направлены. Да, вот тут вот смотрите. Сейчас у нас еще ночная, она с ночного режима не вышла, эта камера. Ну, она, вот у нее запоздалое какое-то включение в ночной режим. Но сейчас вот я вот рукой покажу. Она должна как бы среагировать все-таки. Стать цветной. Более яркий объект. Вот видим, стало цветное изображение. Убираю руку. Немножко у нее так, ну, более правильно, скажем так, у нее настроено. Ну, да бог с ней, зато все видно, да, в принципе. Ну, вот такие вот
В принципе, эта камера подешевле, да, но она снимает, мне кажется, смотрим, да, шумов-то нет вообще, да. Сейчас, смотрите, переключусь на другую камеру. Смотрите, да, сразу появились у нас шумы. Ну, тоже, но более зато сочное изображение такое. В общем, ссылки на эти обе камеры будут под видео. Также ссылочка на внешний вид, там сравнение, сравнение коробочки будет под видео. Всего доброго, дорогие друзья, не забывайте подписаться на канал. Ну и лайк можете поставить, если не жалко. Всем пока-пока.